Еще разочек. Не куда-нибудь фотографии. Курьер ЮНЕСКО. На 12 языках, бабушка. На 12. Внимание. Погоди, что такое? Погоди. Не-не-не-не-не. Сейчас. Вот, давай. Внимание. Прекрасно. Три рубля, пять рублей. Кую я их, что ли, рубли эти. Санька, родителей пожалей. Помер пустишь, химик. Вот народ, а? Чуть что-то Клинев. Право слово, химик. Чего только не сжег. Родители, знай, расплачиваюсь. Известное дело, Леневый. Отец тоже мастером был. Пока люди не вышел. И деда припомню. Такая у них династия. Теперь ткни. Меня ткнешь. Хозяйство надумаешь, пожалуйста, родителям. Отлепись. О, все, покрик, вот, начальник. Думает. О, одно безобразие, а он все думает. Ослабони головушку. Думает. Важная птица! Вот так. Санька, это ты, что ли? Что думаешь? Правильно делаешь. Так не думаешь, это я тогда на тебя ругалась. Я тоже все думаю. Побеседовать. Охота. А я не умею. Да и не с кем. Вот. Проблема. Где спидола? Сань, где спидола? Да что ты все свои спидолы? Он-то что? Да подожди, ну что ты? Он. Где приемник? Саня! Куда же ты лыж навастриваешь? Ну что ты ко мне целыми днями лезешь? Что тебе тут, медом намазано? Санька! Сань! Саньку не видела? Нет. Саня!
Сень, тебе вопрос задам. Давай. И зачем дверцу с сарай снял? А что, мне на земле лежать, что ли? Легкие оцареют. Сань, я тебе еще вопрос задам. Ну, давай. Вот почему это я сколько тебя не спрашивала? Ну, никогда открытого слова от тебя не слыхала. Это ж вот с таких твоих маленьких пор. А смысл, Сань? Какой смысл в этом? Есть, как считаешь? Есть. А какой? Не о том спрашиваешь. Эй, скрытой ты. Гляди, Александр, большим начальником будешь. Не откажусь. А это вот с такой скрытной головой. А с людьми говорить надо. С ними беседовать надо.